Каким образом диспептические явления вредят беременности? Диспептические явления сами по себе беременности могут не повредить, да, сами по себе. Но если это целиакия, если эти диспепсии вызваны повреждением ворсин, да, что происходит при целиакии, то, соответственно, если их как-то не корректировать, то нарушается всасывание веществ. Организм мамы недополучает белков, жиров, углеводов, витаминов. Да, причем это не избирательно, это вообще ко всему относится. То есть если площадь всасывания в кишечнике уменьшается там, в 3-5 раз, соответственно, у вас в такое же количество раз уменьшается всасывание всех веществ, которые там всасываются. Да, и это, соответственно, организму мамы вредит. Но это как бы одна часть проблемы. Вторая часть проблемы – это то, что иммунные нарушения, которые при целиакии и подобным ей заболеваниям происходят, когда повреждаются ткани органов других, в том числе и малыша.